Привет, ребята! Блин, я так давно видео не снимала, что забыла, как приветствовать свою аудиторию. Ну, в общем-то, привет, ребята, я вернулась. Да, и года не прошло, вот это да, я знаю. Как вы поняли, да, в этом видео я буду оправдываться. А еще покажу свои новинки, чтобы, ну, как бы, видео было... и чтобы было, ну, хоть как-то интересно. Да, наверное, скажу, где я была, потому что вам же это интересно, да? Вам очень интересно. Для тех, кто новенький или кто в танке сидел, я поступила в колледж. А в колледже, кто не знает, как бы нелегко и не сложно учиться, но там есть требования, а еще там есть сессия, после которой ты хочешь не умереть, а просто спрятаться и плакать в уголке. Ну, что ж, наверное, вы знаете, что я делала. I want to die. Конечно, я готовилась к сессии морально и физически. Хочешь, не хочешь, но ты обязан учиться, я, собственно, это делала. И чтобы меня не выгнали, мне приходилось учиться. Вот в школе я могла забить, здесь я не могу. Так что, ребят, да, радуйтесь, пока можете. А что я хотела сказать? Погодите, я вспомню. А, ну да, по поводу видеороликов. Сериалы, к сожалению, не могу обещать. Да и фильмы тоже. Хотя я хотела в этом году ими заняться, но потом я осознала дерьмово всей ситуации и поняла, что я могу делать только такие видео и клипы, к сожалению. Хотя так хотелось, у меня было столько планов. Ну ладно, это все, что я могу пока сказать по поводу канала и по поводу своего отсутствия. Давайте-ка перейдем к новиночкам. Сразу скажу, что это не новинки прям за июнь, а новинки в принципе, которые вы не видели, потому что я же долго не снимала, новинки-то у меня были. Вот. А еще мне там отправляли посылку, на которую я так и не сняла обзор. Пожалуйста, прости, Яна. Я хотела, но, блин, материал стерся, я не знаю, куда он делся. Давай, давай, давай. Давай, иди, я за тобой. Смотри, не упади тут. Это будет фиаско. Давайте начнем именно с той посылки, которую я обещала вам показать еще, я не помню, в марте, по-моему. Итак, эта посылка содержала не только заказных пэтов, но и подарков. Причем очень много, там был прям огромный пакет. К сожалению, я сейчас все показать не смогу, потому что я забыла, что там было. Я вспомнила только то, что вот нашла. Итак, давайте я вам покажу, что я именно купила у нее. Да, блинский блин. Итак, первый пэт — это вот такой вот олень. Она мне очень понравилась с первого взгляда, поэтому я решила ее купить. Красивый цвет глаз и окрас тоже. С ней также был вот здесь вот бантик, но я его искать не захотела, потому что мне было лень. Следующий пэт — это вот такой вот щенок. И второй щенок, которого я тоже, кстати, давно хотела. И как оказалось, этот пэт был у моей подруги, коллеги Шерлока. Привет, кстати, от Скуби-Ду, вроде как его так зовут. В общем, да, теперь он в моих надежных руках, можешь не волноваться. Так, ну а теперь подарочные пэты. Мои первые два пэта, вот такие вот бульдожки вроде как. Так, два пэта из старой коллекции. Это вот свинка и сербернар. Свинка нежно-розового цвета с голубыми глазами. И с серым магнитом. Очень милая свинка. Реально милая. Она мне очень нравится, так же, как и сербернар. Я вообще офигела, когда его получила, потому что... Ну, я, ну, узнала, что это моя хотелка, и, ну, и, в общем-то, подарила его. Ну, за что ей большое спасибо еще раз. Если ты смотришь... Еще раз большое спасибо. Но и это еще не все. Там были... Ой, попадали. У меня были еще микропеты, микрочелики. Первая — это вот такая лисичка. Потом идет, по-моему, либо мишка, либо хомяк. Я точно не знаю. Ой, блин. Третий идет, по-моему, тоже бульдожик. Но я точно не уверена. Ты тупой! Просто тупой! И это, я знаю точно, это гепард. Ты тупой! И еще один пэт. Но это уже не от Яны. Я его выиграла в конкурсе на клип. Итак, у нее голубые глазки, цветочек бежевого цвета, на лапках коричневые пятнышки, на хвостике тоже. И она без магнита. Там еще был механический пэт. Сейчас попробую найти. Только знаете, в чем прикол? У меня их два. Я не знаю, какого из них не подогнали за выигрыш, правда не знаю. Либо этот. Ну, в общем, без разницы. Только один без хвоста, другой с хвостом. В общем, неважно.
Так, а теперь внезапный такой сюрприз для меня был, это вот получение такой вот европейки. Короче, какая история? В этом году я же поступила в колледж и познакомилась с еще одной девочкой. И сейчас я с ней хорошо общаюсь, а я узнала, что у нее есть пэт. Я такая, у тебя есть пэт? Он такой, да. Ой, я офигела, я казалась, что у нее есть вот эта европейка, и она мне даром отдала. Если ты смотришь, большое спасибо тебе. Кстати, я, наверное, прорекламирую сейчас, если она не против. Короче, я в описании и в комментариях оставлю ссылку на паблик с рисунками. Если вам интересно, можете глянуть да посмотреть. На самом деле она осталась мне в достаточно плачевном состоянии. Ну, Дора это Дора. У нее тут следы от маркера, наверное, здесь видно. И тут тоже были следы от маркеров. Мне пришлось сделать ей веснушки. Тут еще следы, тут на макушке. Но несмотря на это, она мне очень нравится. Это была моей давней хотелкой. И тут она просто мне даром досталась, причем от моей лучшей подруги. Вот, блин, вот это вот халява, я понимаю. Так, ну а дальше что? Ой, сейчас, погодите. А. Ну да, новые пэты. Так, ну в этом году появилась новая волна консерв и коктейлей, вот. И я решила, собственно, купить парочку. Мне чертовски понравилось. Я сейчас покажу, что мне попалось. И, наверное, я начну с консерв. Вот они, эти красавчики. Крокодил. Если честно, я не помню его породы. И выдрочка. Вот они, эти красавчики. Их костюмы я не покажу, потому что мне лень их доставать. Да, классик. Следующие пэты, это пэты из коктейлей. И тут я была, если честно, немножко в шоке, потому что мне попались почти все редкие пэты. Если не все, первая это сиамка, вторая это рыжий корги, третья это мопс. И четвертый, блин, не влазит в камеру, это лягух. Вот они, эти ребятки. Я очень сильно удивилась, когда мне попался корги, потому что как раз-таки я думала, что мне никогда не попадется. Я такая смотрю в каталог и думаю, он, наверное, редкий, он точно не попадется, потому что я не изучила. Но он не попался, я, блин, была в шоке. А также вот эта кошка и вот этот мопси. Так, ну и точно последний пэт. Я не помню, правда, показывала я ее или нет. Но если что, покажу на всякий случай, это вот эта вот кошка. Я ее купила в магазине вместе с шмотом и фотобудкой, вроде как она так называется. Ай, блин, с ней же еще был один пэт, я вспомнила. И это такой вот микрокролл. Он такой милый, у этих очечка. Ого, прелесть какая. Ну вот, я показала вам всех моих новых пэтов. Наконец-то. Ну что ж, на этом все. Всем удачи и пока-пока.